Город Змеевка был расположен на пляже, возле реки. Деревья здесь не росли, поэтому на улицах было не так красиво, как на улицах зеленого города. Зато повсюду росло много цветов, как в цветочном городе. Дома здесь были очень красивые. Над каждой крышей возвышался шпиль, украшенный сверху либо деревянным петухом, который поворачивался в разные стороны в зависимости от направления ветра, либо беспрестанно вертевшейся игрушечной ветряной мельницей. Многие из этих мельниц были снабжены деревянными трещотками, которые беспрерывно трещали. Над городом там и сям реяли бумажные змеи. Запускать змеев было самым любимым развлечением жителей, отчего город и получил свое название. Этих змеев жители снабжали специальными гудками. Устройство такого гудка очень простое. Он делается из полоски обыкновенной бумаги, натянутой на ниточку. На ветру такая полоска бумаги колеблется, издавая довольно противный, дребезжащий или гудящий звук. Разноголосое гудение змеев сливалось с треском мельничных трещоток, в результате чего над городом стоял непрерывный гул. Окна каждого дома были снабжены специальными решетчатыми ставнями. Когда на улицах города начиналась футбольная игра, которой тоже очень увлекались жители, ставни в домах закрывались. Такие усовершенствованные решетчатые ставни пропускали в комнаты достаточно света и в то же время прекрасно защищали стекла от футбольного мяча, который по необъяснимым причинам всегда почему-то летит не туда, куда надо, а непрерывно и непременно в окно все время. Проехав по главной улице, машина свернула в переулок и остановилась у дощатых ворот с калиткой. Над воротами возвышался деревянный шпиль, украшенный сверху блестящим стеклянным шаром, в котором, как в зеркале, отражалась в перевернутом виде вся улица вместе с домами, заборами и подъехавшей к воротам машиной. Водитель, которого, кстати сказать, звали Бубликом, вылез из машины и, подойдя к калитке, нажал скрытую в оградке кнопку. Калитка бесшумно отворилась. «Заходите», – пригласил ее Винтика и Шпунтика Бублик. «Я вас познакомлю с Шурупчиком, это интересная личность. Вот вы увидите». Трое друзей вошли во двор и, повернув налево, направились к дому. Поднявшись по небольшой каменной лестнице, Бублик отыскал на стене кнопку и нажал ее. Дверь также бесшумно отворилась, и наши друзья очутились в комнате. Комната была совершенно пустая, без всякой мебели, если не считать висевшего у стены гамака, в котором, сложив кренделем ноги и глубоко засунув в карманы руки, лежал коротышка в голубом комбинезоне. «А ты до сих пор спишь, Шурупчик?» – приветствовал его Бублик. «Ведь давно уже утро». «А я вовсе не сплю, а думаю», – ответил Шурупчик, поворачивая голову в сторону своих гостей. «Вот познакомься, это мастера Винтик и Шпунтик, им нужен паяльник». «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста», – ответил Шурупчик. Винтик и Шпунтик растерянно оглянулись по сторонам, не видя во всей комнате, на чем было бы можно присесть. Но Шурупчик протянул руку и нажал имеющуюся на стене подле гамака кнопку. Сейчас же у противоположной стены откинулись три откидных стула, сделанных на манер откидных стульев в театре. Винтик и Шпунтик сели. «Вы заметили, что у меня все на кнопках?» – спросил Шурупчик. «Одну кнопку нажмешь – откроется дверь, другую нажмешь – откинется стул. А если вам надо стол, то пожалуйста». Шурупчик нажал другую кнопку, от стены откинулась крышка стола и чуть не задела по голове сидевшего на стуле Винтика.
«Не правда ли очень удобно?» – спросил Шурупчик. «Изумительно!» – подтвердил Винтик и оглянулся по сторонам, боясь, как бы еще что-нибудь не свалилось ему на голову. «Техника на грани фантастики!» – хвастливо сказал Шурупчик. «Единственное неудобство, что сидеть можно только у стены», – сказал Бублик. «Вот я как-то раз и думал о том, как сделать, чтобы стулья можно было передвигать», – ответил изобретатель. «Может быть, проще сделать обыкновенные стулья?» – сказал Шпунтик. «А это хорошая мысль. Надо будет изобрести самый простой обыкновенный стул», – обрадовался Шпунтик. Шурупчик. «Ведь все гениальное просто. Ты, братец, видно, тоже механик». «Механик», – ответил Шпунтик. «Мы оба механики. Так вам, значит, нужен паяльник». Шурупчик нажал еще одну кнопку, и, к изумлению зрителей, гамак начал медленно опускаться. Он опускался до тех пор, пока лежавший в нем Шурупчик не растянулся на полу. Вылезая из обыкновенного гамака, вы можете зацепиться ногой за веревку и, упав, разбить себе нос, сказал Шурупчик, поднимаясь с пола. «В моем механизированном, так сказать, гамаке эта опасность полностью устранена, отсутствует. Вы спокойно опускаетесь на пол, после чего встаете. Точно так же, когда вам нужно лечь спать, вы ложитесь на пол, нажимаете кнопку, и гамак сам поднимает вас на необходимую высоту». Шурупчик принялся ходить по комнате и нажимать разные кнопки, в результате чего откидывались новые столы, стулья, полки, открывались дверцы различных шкафов и кладовушек. Наконец он нажал еще одну кнопку и провалился в подполье. «Иди сюда!» – послышался через минуту со двора его голос. «Друзья вышли во двор. Здесь у меня гараж!» – сказал Шурупчик, подводя Винтика и Шпунтика к каменному сараю с широкой железной дверью. Он нажал кнопку, и дверь поползла кверху, как занавес в театре. За дверью обнаружилась какая-то чудная машина со множеством колес. «Это восьмиколесный паровой автомобиль с фисташковым охлаждением. Вот как», – объяснил Шурупчик. «Четыре колеса у него снизу и четыре сверху. Обычно машина ходит на нижних колесах. Верхние колеса сделаны на тот случай, если машина перевернется. Все и все восемь колес машины поставлены под углом, то есть наклонно, благодаря чему автомобиль может ездить не только, как все автомобили ездят, но и на боку, и даже на спине, то есть совсем вверх ногами. Таким образом, предотвращается возможность всяких аварий». Шурупчик залез в машину и продемонстрировал езду на ней во всех четырех положениях, после чего продолжал свои объяснения. «Вместо обычного бака, – сказал он, – в машине имеется котел для нагревания газированной воды. Выделяющийся при нагревании воды пар увеличивает давление на поршень, благодаря чему колеса вращаются шибче, быстрее. Позади котла имеется банка для приготовления фисташкового мороженого, которое необходимо для охлаждения цилиндра. Растаявшее от нагревания мороженое поступает по трубке в котел и служит для смазки мотора. Машина имеет четыре скорости: первую, вторую, третью, четвертую, а также задний и боковой ход. В задней части машины имеется приспособление для стирки белья. Стирка может производиться во время движения на любой скорости. В спокойном состоянии, то есть на остановках, машина рубит дрова, месит глину и делает кирпичи, а также чистит картошку». Подивившись на эту диковинную машину, друзья перешли в мастерскую Шурупчика, которая была завалена разной рухлядью. Здесь лежали старые сломанные велосипеды и велосипедные части, самокаты, масса разных деревянных волчков, вертушек. Шурупчик долго слонялся по мастерской, разыскивая паяльник. Но его нигде не было. Перерыв всю свою рухлядь, он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и сказал: «Ах, я растяпа! Какой же я растяпа! Я ведь забыл паяльник у Смекайлы.
придется вам проехаться к Смекайле за паяльником. Ну ничего, на машине живо докатимся, сказал Бублик. А как это Смекайло? И кто, вернее, это Смекайло? Спросил Винтик. Когда наши друзья попрощались с Шурупчиком, вышли за ворота. Смекайло? Писатель, ответил Бублик. Да неужели? Воскликнул Шпунтик. Очень интересно с ним познакомиться. Я еще ни разу не разговаривал с живым писателем. Вот вы и познакомитесь с ним. Тоже в своем роде интересная личность, ответил Бублик, садясь в машину.